пойти, что ли, на ДЦП штурм Рима? Нет, это глупо. Кто меня там учил от церкви? Вы чё? Кого отлучили? Это спасибо, скажите Косте. Кто меня отлучил? Они нападают, нападают, плачь. Ребят, автоматически отлучилось, потому что я кину крестовый поход. Да, я на кого? Я читал. На гранату. Чтобы что за хуйня? Это Кастилья сказал, мне попросил меня типа кинуть крестовый поход на гранату, я кинул. И типа все крестовый поход на гранату и отлучение. А все, кто не в войне с гранатой, получают теперь типа отлучение. Ты еще и... Так, я что, тоже отлучился? Да. Молодец, где загину я? Типа, ты ретард? А с каких пор все, кто не в войне? А, нет, а вот не отлучили. Молодец, на своих правителей, подождите. Посмотри на модификатор. А, ну значит, хотя это. А. Файл. Чего? Ну я в коалицию, короче. Ты слишком опасен для католиков этого мира. Ой, посмотрите на Польшу. Слышь? А Австрии тут нет? Блин. Фау, ну шо? Да. Фау, снимай крестовый ты поход. Ты спасешь меня? А я могу вообще? Ну типа да, я сам себя почти спас. Ну хорошо, давай призывай меня. Сиену бы обсадите, все, только аккуратней. Воюй. Слушайте, а я могу разве заключать два союза? Да. Если ты, ну, типа, не против воюешь. Против ботов, да? Окей. Так. Венеция, давай, вводи Мантую из войны. Ты же сейчас вот не во... Ну, хотя... А, ну, против ботов, да, наверное, может. В любом случае, боты ну, жалуются не будут. Тут. О, институт. Если, кстати, флотом ты их сейчас закроешь на этой, на Сицилии, нет, все будет вообще по флот. Ну типа смотри, они просто уплыли оттуда. Надо победить 8 кораблей и все. Если я съеду больше флота я не вижу. Давай я тебе помогу институт. Своими кораблями. Так, чё, ребят? Короче, кто из вас будет не платить за это? За что? За то, что я тоже попал под отлучение от церкви. А кто отлучает? Кто попал? Из-за того, что я не знаю. Я не знал этого, честное слово. Я думал, что, ну, по крайней мере, на меня это не будет распространяться. Ты сам себе отлучение вроде. Что? Ну, типа, он кинул это крестовый поход. Афал, у тебя есть КБ, ты можешь напасть и призвать Англию. Сейчас с Боляра можно претензию сделать на гранату. Влад, я там стану. Ага. А я могу отменить крестовый поход как-нибудь? Нет. Нет. Через 20 лет. Поехал. Ну, короче, вы будете платить деньги мне за это, что могу сказать. Схерали. У нас денег нет. Решил вручную это снимать. Я Фал, говорю, ты это, нападай на гранату, у тебя есть претензии. Слушай, это Астрия. Призывай всех, кто хочет жить. Бей Медину. А я попробую сейчас из Валенсии выйти. Да-да, войди. Ты подходи верхний по 7. Я иду. Да, давайте, блядь. Успеваю. Отступаю, блядь. Я не успел с Валенсии. Разъебай. Влад, тебе сейчас пизда. Влад, что ты делаешь, Влад? Воин, давай вместе купим тебе 10 тысяч таких минут. Сейчас надо спасти Нижний Новгород. Пошли Новгород спасать, душу Давида. Сейчас, Влад, подожди, может быть я еще успею подойти верхнюю. Хотя, блядь, хуй. Неаполь, ты все еще не можешь это с ним заключить? Тебя.
Белый. 0-8. А, неаполит тут нет, ладно. Эти кубы, я не знаю, что это просто. Давай, мы держимся. Так, народ. Я сейчас вам объявлю войну, но воевать не буду. Так. А я буду с тобой воевать. Да Генуя фармит бабло. Вы скажите ему, плати десятину. С этой войны. Десятину, реально, что ты? А за что война? Как он фармит бабло? Ну, он договаривается, ему призывают в войну, видимо, ему за это платят. Но с вами нет, воевать видите, хочет. Ну, разбредайтесь как-то, а, или это... пытайтесь словить. А, ладно. Я назад пойду. Острия куда-то пошел, непонятно, идите словить острия. Нет, там далеко, не очень. А, вон куда пошел. Вообще, знаете, что бы я сейчас сделал? Я бы взял свои войска в Австрию на Пекулу. О, у меня генерал 4 натиска появился. Это же все. На самом деле, а что там Польша делает? Они мир подписали. Чего у нее там? Это кто стоит во мне? Тунис, только один там вниз. А ты говоришь? Я верю сильно. У меня лерков нету почти. Ну, просто у меня написано, что я не горю. И ты-то нет. Но у меня есть генерал на 4 натиска. Блин, я нормально тут справа стою? А у меня игра зависла. Это? У меня игра тоже зависла. 11 а марта. Это у всех. Ура! Лагерь. А с каких процентов он должен обязательно принять мир? А, 70%. Так у меня не играло, да? Нет, у меня нет, тоже зависло. Зависло. Пошли ты сосед. Да, она должна, по идее, отвиснуть, мне кажется, нет? Должна. По идее, должна, да. Хитрый файлик. Да я что-то херню сделал какую-то. А ты, кстати... А, поставилась. Кстати, Фаул, ты дружишь с Неаполем? Это кто? Кстати, Фаул, я... Это... Если ты сделаешь... Тунисик спрашивает. Денег немного мне, пожалуйста. Фаул, мы проигрываем, денег дай. У меня денег нету. Бля, вы гляньте на их усталость, там просто сейчас... Не знаю... Банкостанием. О! О, пошла. О, мамлюк за тебя болеют. О, спасибо. Почему за Тунис никто не болеет? Великий Тунис. Я дебил. Официально признаю это. А чё так? Поэтому мне ещё придётся нападать на гранату. Ой, точнее, не отключил это. А зачем ты сделал это? Тебе же сказали, что отключил. Это, Фал, я могу тебя заплатить. Так я не буду с тобой воевать. Без проблем заплачу. Он просто крусейд сделал. Я войну, чтобы у меня был этот крестовый поход. А что, у нас кто-то выпал, что ли? Я не понял. Сейчас, секунду. Рехос, что ли, или что? Сань, у нас что, рехос, нет? Да. А для сохранения до отлучения нету? Нет. Ну, этот мод, конечно, веселый. Лёня, пошли с тобой или что-то сейчас? Сейчас, я сворачиваю, пока не вижу. Лёня, блядь. Так, ладно, сейчас продолжается. Мы... Сань, поставь паузу. Выключай! Они... Опять маму кого-то. Хреново быть школьником, на самом деле. Пава, ты школьник? Я? Как? Каким местом? Ну, я не знаю, сколько тебе лет. Мне 23, дружище. Сколько? 23. Ебать, что ты такой большой? А ты думал? Ну, вы же на месте не стоите, вы же растете. 18 ему было, когда он с моим каналом познакомился. А почему он на так много вырос на 5 лет? За 5 лет на 5 лет почему вырос? Не, подожди. Он 2 года знаком с каналом. Да я его комментарий еще в 2014 читал. Ты читал, видимо, да, реально Фаулина, я бы что-то комментировал этот твой Гондор. Это я помню. Вот. А, ну то есть ты просто читал, но нигде не участвовал, да? Нет. Ну тогда еще и участвовать особо негде было. Это просто безумие происходит.
натуре. Знаешь, что я сейчас сделаю? У меня сейчас 3 войны, скоро 4-я будет. Ты с отлучением что-то будешь делать? Ведь вилка — это красота. Сейчас я ищу бананчика. Банана, соответственно. Полная радость, как всех отлучил. И себя тоже. Да. И себя тоже, да. Коалиция против меня распалась. Ну, самое хорошее, что мы меня никто не в обиде, потому что Дания не этот, Австрия в войне, сейчас Саню мы тоже выведем из-под отлучения. Так когда там это Австрия закончит уже? Да никогда. Вот я об этом думаю. Ой, а чё мне на меня Англия кинула? Потому что ты пидор. Да я не знал я этого, чувак, ну серьезно. Вы лучше вкачайте свои бумажки. На Кастилье вон, гони. Кастилье меня попросила и... Минус вытяжу, ну терпимо. Я тоже в минус иду, мне сейчас займет будет. Я не тебе это говорю. Люди, а как дышится ополчение церкви? Кто? Ополчение церкви. Объявить войну гранатой. Тебе нужно начать войну с целью крестового похода, то есть с гранатой. А, так, Неаполь, у нас с тобой тоже союз, правильно? Я могу сразу в войну двух позвать, нет? Ну, у тебя нету КБ, потому что она не твой сосед. Сейчас будет КБ. Хочу, да. Во-первых, у меня, во-первых, Гранда мой сосед, между прочим, а во-вторых, сейчас КБ будет, я сделаю его. В Москве 25 монеток есть? Так, Костей. Неаполь, слышишь, Неаполь? Неаполь. И он не тут. И Костей, можно, пожалуйста. 9000 Псков убьешь? О, у меня восстали. Сейчас попробую. И... О, Костей, может, красава, не помнишь, там лес, давай подведешь. Польша, оставь одну тысячу тут. Польша. Да. Ты можешь договориться с Гранадой, она тебя оскорбит, ты нападешь по КБ оскорблению, потом Белый мир подпишешь. И все. Я уже за тут. Фалк, Восточную Европу пошли. Хорошо, сейчас. Угу. Что это за нападение на Триполи? А, я возьму маленькую провку до конца эры, которая островная, потому что это дает, ну как бы, знаешь, расположиться на двух континентах, у тебя бонус. В курсе? Ну, как со мной говорить, Секунду. А ты, если сделаешь со мной хорошие отношения, получишь бонус к распространению института. Ну, такое. А потом я тебе его отдам бесплатно. Естественно. Какой-то ты слишком стрёмный фал. Чувак. Я сейчас просто тебе могу кинуть разбить твой нахуй флот. 24 тысячи можешь мне разбить? Чувак, я тебе ничего не отбираю, кроме шуток. Можешь узнать у жабы, я тебе не кину. Если я сказал, что верну, значит, я точно верну. Могу тебе вон отдать эту провинцию, которая возле Валенсии. Потом обратно поменяемся. Возле Валенсии? Это какой? Ну, который остров? Кабилия? Белиарские острова. Понял. Ну, потом, естественно, обратно будем меняться. В принципе, если ты хочешь, то давай. Хорошо. Видишь, да? Мой флот в Тунисе стоит. Да, я понял. Сейчас, когда я сделаю претензию на Гранаду, ты притаешься как союзник, правильно? На Гранаду? Да, ну, чтобы крестовый поход снять. Ну... Угу. Вот, я буду союзник. Не, просто я на стороне Гранады же воюю. Ну да, я говорю, что я нападу на Гранаду, а я ей, ну типа, как бы проиграю этот остров. Не, окей, если так, то хорошо. Сейчас, мы можем через Вичу, интересно, договориться? Через Вичу договориться? Ну, а раз такая тема лучше работает. Я кину? Чувак, я могу что-то флот нахуй разбить просто и все. А у тебя есть КБ на меня? КБ? Тебе нет. Будет, когда ты захватишь эти земли. Ты мне нет, ничего не будет, сделаешь. Не будет, потому что мне не нужно эту фиговину. Я захвачу только остров. А у тебя на остров КБ нет. Ну, сейчас замутим. Ой, да забей, чувак, ничего страшного не будет. Я тебе этот остров отдам, честно. Ну смотри, Фау. И вообще его силой отбил. Вообще, он, иди... Неаполь бей, у него ничего нету.
Он банкрот? Да. Как прочекать то, что он банкрот? Ну, как бы, войска его посмотри. Проведи флот вдоль побережья и посмотри, сколько у него войск. Там у него все провинции Неаполя, все находятся возле берега. Ты ничего не пропустишь. Ну окей, Фал, смотри. Если ты меня кинешь, я сейчас строю еще галер, я у тебя его силы отберу. Ну блин, в 1500 году? Может быть. Мне это нужно для того, чтобы быстрее капало величие расположиться на двух континентах. Ну, смотри, это остров, он, короче, сколько там развития у него? 12 развития, ну, в принципе. Ну, это мой стейт. Да, я тебе его отдам. Все равно ты его не съел в прошлый раз. Ешь все вокруг, тем более ты еще с гранты... А, слушай, чувак, знаешь, что я тебе скажу? Mm-hmm. Вот, за аренду. Окей. Okay. Потом верну. Хотя, в принципе, он столько и стоит, но если он верну его. Смотри, чувак. Я сейчас свободизм наберусь, у меня еще будет флота будет, я тебя разорву. Ты меня не разорвешь, потому что у меня идеи все на флот. Чего? У меня доктрина боевых галер, у меня доктрина легких судов, у меня в идеях еще всякая фигня тоже на флот. Не, я принимаю и бодизм. Смотри, я первая идея еще. У меня в бодизме будет 20 БД флота. Первая идея у меня 15 БД флота. Плюс еще у меня буст на галеры. Ты меня, блядь, мой флот не разобьешь нахуй. Никак. Ну, мы же не будем воевать, правильно? Тем более, что мне нужна твоя помощь, когда я пойду на юг Италии. Но если ты не отдашь, будет война. Дам я тебе его. Сменится эпоха, я тебе ее отдам. Ой. Если ты хочешь этот островчик, ты его просто не оккупируешь. Потому что там крепость, там стоят войска. Что там войск много, хочешь сказать? Нет, там 5000. Я сначала оккупирую здесь эту упровку, потом сделаю там генерала, поставлю, и потом только все остальное. Ну полгода держим и нормально. Так, полгода. Их там еще 5 минут ставим. Подходим войска, кстати, когда нам придется нападать. Так, я Сань, я тебя призываю против гранат. Можешь бич подарить. Не Сань, надо, надо отпрыгнуть бы. Подожди, кто хочет, чтобы я скилл союз разорвал? Сань. Я вот поляк, можешь скилл разорвать союз и воюю. Я призываю тебя против граната, Сань. Нет, я не могу. Но у меня уже территория. Поэтому Лёня заёб. Все войны. Во-первых, там еще союз с Византией. Пошли в один. Я... Так, гранада. Да-да. Я если на тебя нападаю, кидаю тебе мир. Хорошо. Согласен на это? Они тут плачут. Фал. Чего? Давай мне в аренду Мальту. О, жаба, ты опять здесь. Фал. Нихуя себе. Ну там самое интересное сейчас происходит. Где Фал? Я тут. Ты, короче, забираешь островок, а я забираю в аренду Мальту. Потом обмениваемся. Так, жабе. Вот. Ну так, кидай мне 100 духа теперь. А окей. Полгода когда? От какого мы... Гранада, иди в Батислав, батальон. Чё такой жадный? Гранада. Кто жадный? Вы жадные. Я не жадный. Кто не жадный? Ага, и мир денежек, да? Нет, просто я могу сейчас... В пух и прах разбить гранату этот гену спокойнее. Сейчас я позову Венецию и посмотрим. Чё ты такой агрессивный? Это... Да нет, чёрт, не знаешь меня, просто не нравится, что на мою территорию вообще влез. Без разрешения. Агрессивный, понял, ха-ха. Полгода уже прошло. Ну чё, мы будем альманчо? Но полгода еще не прошло. Они сейчас в таблице. Чё ты до него домогаешься? Чувак смотрит, это... не может быть агрессивным. Бля! Да, а, хотя стоит, 72%. Это хуёво.
Но мы не сможем пробить, наверное. Я еще стабхил. Нужно было просто раньше в эту альманшу зайти, они бы ни тот, ни другой не смогли взять. Не, там 14%. Короче, Гоф Толедо тогда нападать лучше. Слышь, Толедо? Да. Союз хочешь? А кто это не спрашивает? Подожди, не спеши, что у Швеции. Он будет нападать. Но они нападают. Погодьте, но ведь Швеция ребят, не готовит. Это развод, пацаны. Нет, они сейчас убьют нас. Нет, они не убьют нас. У них пятый пентир. Тунис, выведи, пожалуйста, свой флот, чтобы я мог там своим стоять. В смысле вывести? Ну, бери его в атаку, поведи куда-нибудь. У меня флот стоит в порте. Да, возле меня. Я хочу сейчас осаждать этот островочек. Жесть, как они нас пробивают. Так я же тебе не мешаю никак. Ну хорошо, если ты будешь вводить его, предупреди. У них Хавская, потому что пришла. У них пятый вентик, ребят. Нет, ну вот это с маном надо. Все, приехали. Мам, я тебе сейчас возможно заспойлерю, если будет заспойлер, но ты пизда. От кого? Коалиция. Какой? Большой. Который нет? Че, гранатик хана? Ну, там вроде да, походу. Коалиции нет. Нет, как бы все положительно, я не знаю, я долго еще так могу. Ну, затопить его, они же просто могут. Со всеми северно-итальянскими государствами по минус 50. И чё? Жаба? Они только что вышли с коалиции, алё. Жабка? Да. Посмотри, каста может требовать землю по этому КБ? Сейчас да, можем. По открытению? Да. Ну, значит, мод. У тебя сейчас отвалится Санита, да, Корфу? Ну да. Я все может. Еще могу закидывать стархита. Пофиг на Корфу. У него сейчас минус 2, кстати. У него сейчас минус 2. Я кину. Так, сколько у меня денег? У меня 2 займа, 3 займа. Я, наверное, 70 дукат державе Гены? Да, а чё нет? Файл. А я. Файл. Кик 70 дукат на канал. Всё, уже минус 300 вообще, а последний пойдет. Если админки нет, конечно. Но так на админку развод. А, я уже не могу сейчас стопхить. А, вот так. А сколько счёта? 22. Всё, могу. 59 сейчас. Давай, давай. Затяжная война. Ладно, короче, я... Да, минус 3, он не мой. Чехвай. Да, ну все нормально, короче. Я пока просто не буду выходить из войны. Ну правда, это будет очень смешно на дубку. Я чефал как-то кинул Балер еще. Но админки он очень прилично слил. Ура, реформа. Ура, реформа. Где там? Пошли к императору. Всего, слава императору. Слава. Ура. Император петух. Он просто... Нет, петух это тунис и этот мамлюк. Почему мы петухи? Слышь, Афри, я сейчас так... Короче, все, гранада, я с тобой. Давай. Все. Еще раз. Да ничего. Так. Изи. Принимай белый мир, гранада. Витя, что это за говно? Почему, бля, потребуют деньги плюс 15? Стоп, Витя, инфлюенс, что за говно? Ты, блядь, что за наркоман? Ты прикольный вообще. Чё там такое? Идеи. Вить, ты смотрел на эту войну? На гранаду? Да. На вашу? Ну, нашу с гранадой. Ну, в смысле вашу с гранадой? А, да, Австрия что-то участвует. Ага, пришлось. То есть, кто выиграл гранаты? Вы такие уступили гранаде одну провинцию, да? Ну да, потому что там, нет, такое, там просто Влад в банкротство ушел, и мы бы проиграли. Тогда там такое. А второе ветку комету за эту партию. Как нет, это просто это... мы его стабхитами закидали. Они просто фактически летают, вот и все. Да. Кодин, я в тебя разочарован. Из наивного маленького мальчика ты стал каким-то ублюдком. Действительно. Я за тебя кричал, что я больше не буду хуйню делать, и сделал хуйню. Красава. Я не сделал хуйню, я просто пошел спасать человека. Чувак, ты говорил при мне,
что ты больше не будешь помогать никому, ты будешь всегда ради своей страны. Ты пошел бы за какой-то херни помогать. Ну молодец. Это не херня, это Кастилия. Да, молодец, чувак, красава. Нормально. Так и будем играть. Мы петухи, а ты пиздобул. Вот. Я вообще пиздец, блядь, доверять нельзя. Я опасный человек. Ну, просто хуйню сморозил. Не, я просто, я ждал, когда уже был. Вот, вот этого человека я просто обожаю. Хамген, Дим, ты хочешь похвастаться деньгами, что ли? Нет. Ну, дай ты. У меня палец, я вообще не понял. Файлик. И сам приходит, говорит, Витя, продаешь? Продавай, короче, мать, за 100 гривен. Я тебя хотел попросить и говорить Османа, чтобы он мне помог. Ты чё меня вообще палишь, я не понял. Уговорить Османа тебе помочь в чём? В чём угодно. То есть, чтобы он... User left your channel. Чё у вас за привычка у всех такая меня палить вообще? User left your channel. Не у всех, тебя палить никто не может. Кроме не меня. Знаю, чё-чё, это уже 16-й раз, я запоминаю. Кто тут? Кроме меня тебя реально. Никто не может палить. Ну а енот палил. А, да, енот, то он всех палит. Ну да, я помню. Блин. Властелин колец, как у меня оба палили, падали. Как он говорит, знаешь, так тебе там это стимул, да у него охуенная армия. Ладно, что, это конец? Естественно. Владислав. Ну, если вы всем католическим кагалам соберетесь, то может и не конец. Ура! Ура! Это печально. А Португалия, реальное спасибо за то, что бросила. Скажите, вы. Кто? Но она-то имеет право на свое решение, когда... Она на тот момент. Ведь это яичко? А, тогда все, вопрос. Смотри, как я коллекционирую эти вещи для золотого века. Так что фалдус продавать? А, слушай, а где находится эта мальта? Она находится в Европе? По Сицилии. Я спрашиваю, она находится в регионе Европы? Да. Друзья, видите, а ты можешь объяснить, почему Армения имеет такие техи, а Осман нет? За 100 гривен продавать. В Армении 455, и она... За 100 гривен продавать провинцию на 13 рублей. Ну, да. Это возвращение моих 100 гривен, но в принципе... Ну, возвращение 100 гривен. Что, тебя слили, да? Иди мне 100 гривен, пожалуйста. С Арменией без вопросов. Осман расширяется, тратит очки на национализацию, в том числе для дипломатической. Слушай, на давай захват. Вот так вот. А Армения ничего не тратит. А что там за мир? Что ты загнул, Фал? Нормально. Я-то натратил на это свои войска и атаковал, а ты получаешь бесплатно. Саня, что у тебя проводов? В смысле бесплатно? Я тебе за 100 гривен отдаю. В смысле? Я тебе вот как дал 100 гривен за эту прошку? Я тебе... Всего лишь 56 получаешь. Чувак, я тебе... Ты мне отдаешь мальту за островок. Это ж ПЦшка. Я тебе 100 монет кидал? Кидал. Я тебе их возвращаю, ты мне даешь по мальту. Я тебе отдал по мальту. Мальта развития больше. Один сам за себя, ни с кем не в союзе. Ну, чувак. Короче, как Дизикон. Это, Let for Dead будет в ВВС. Хорошо. В Дискорд, стимул. Да ВВС, ВВС, ВК. Давай я еще вот, ну все, у меня в голове самое элементарное не держится. Ты хочешь, чтобы я вот прям вспомнил? Ничего, вспомнил. Такой стрим, короче, по Let for Dead. Там, единственное, написать. Что на стриме про Left 4 Dead меня будет волновать, это постоянный енот. Он мне не даст ничего вспомнить. Ты это должен понимать. В смысле, это легко ассоциируемо. Ты лучше енот, скажи еноту, чтобы он тебе напомнил. Вот это сработает. Да он еблан, что ему говорить. Марку тогда скажи. Кто это? Миллиандр. О господи, еще хуже. Ты не угодишь тебя. Кто? Чего? Вниз. Я захвачу у тебя все-таки этот кубок и... Захвати профку гены. Нет, просто там Ренессанс еще заодно. Где Ренессанс? Ну, от гены. Ну, это вкусненько, да. Ну, я захвачу его, ладно? Может, за денежку? Сколько тебе денег надо? Ну, за профку я бы тогда 10. Еще
Кузана Сильту захватил, чтобы провинцы соединились? Ну капец, вассалки уже. Что ты наглость, чувак? Не, ну если за денежку ты хочешь, я бы тебе хотел отдать потом. Ну, блядь, чувак, я тоже на словах могу что-нибудь отдать. Отдавай. Давай ты мне какую-нибудь пробку тоже отдашь в обмен на эту. И мы потом назад обменяемся, если ты так хочешь. Иди, пробку отдам. Александр Ли? Давай Бангази мне. В обмен. А, найс. Ну, есть вот всего вот это. Воин. Ну, то, нет, что у меня будет. Что у меня будет твоя пробка. Ниже, а ты на нем что-то такое потом. Я сейчас валю с Ярославля на перед. А сколько длится банк прошло? 5 лет. А кто банкротился? Я. Ты же там почти затащил. Ну вот, и банкротство мне помешало, и я админка кончил по тапке. А так мы там их просто по битвам... Лича. А нет его, дальше. User left your channel. Так, где мой фол? Так, Сань, что ты не хочешь захватить этот крит? Я думаю, надо львать. Там одна пробка скрыть. А что сегодня рефру проведено? Ну, потому что рефру. Да, потому что война была, понимаешь? У меня было такое ощущение, как будто бы я реально воевал с Иберию, что она не была Испанией. Аляк, ты здесь? Я тебя в Риву выкинул, потому что не дышали никого. А чё я тут? Замирал. Ну, как бы у меня особо войск нету. Ёб твою мать, Польша. У меня тоже. Польша. У него мало, не десятка. А где твои войска? Ты их переводишь? А, ну давай. Да. Сейчас я перевезу. Только скажи мне за 2 месяца, ладно, до нападения? Ну, говорю тебе. Блин, просто у меня минус деньги. А мы деньги. Не заканчиваем? Давай. Швед, что ты меня объявился первым? Давай тоже заканчиваем. Мне больше некого было. Польша, ты что, говоришь? Спасибо. Что это за агрессив? 50 месяцев оплатил, Сань, спасибо. Они же все в коалицию вступят. Я знаю, что все в коалицию вступят. Они могут еще... отбить мне войну. Почему не могут? Потому что они уже с ним воевали. Да. Он просто пришел и съел всю Силезию, все 4 пробки. Да. А, 5. А, они потом выделили? Ну да, они напали и собрали. Слушайте, а как мне уменьшать желание свободы, а? Как мне это сделать? О, вассала? Да. Запрости уж можно. Есть, кстати, способ. Ну, тебе же пробки не надо от Милана, просто. Может, я, по-моему, унижение не буду. Ну. Он тебя враг? Ты хочешь нападать через унижение? Да, он тебя же тоже враг, возьмем с него 2 унижения. А, ну в принципе я, конечно, хотел на Варру получить, но я думаю, там у меня такое агрессивное решение. Ну, агрессивки, да. Ты весь Монсферрадо вассаль? Ого. Сильно. Давай, нападай. Так нет, если по унижению, тогда отдельными надо. А, в смысле отдельными? Ну, да, тогда вариант. Я первый пойду. Ща. О, а ты что, за проводство? Да. Ну, чтобы получить этот, расположиться на 2 континентах. А-а-а. Еще сейчас Тевтон провести глобальную войну. Ты золотой век видел бонуса? Мам родная. Эффективность торговли плюс 25, эффективность производства плюс 25, доход налогов плюс 25, снижение годовой инфляции минус 0,2, ежегодный займ минус 1, престиж плюс 1, прирост поселенцев плюс 20, годовой стоимость всех очков, единство получается, навыки правителя, навыки правителя, блять. А почему нету этих дипломатических навыков? Ну, потому что я не знаю, как это сделать. По-моему, они вообще не предусмотрены. Ну, так, слушай, я вообще могу на Милан напасть? Да, могу, у нас нет перемирия. Он там чуть-чуть наверх куда-то. Стоп, вы не можете объявить войну члену империи, если вы состоите в союзе с императором, находящийся в данный момент в войне. Шо? А я тоже вроде в союзе. Да. Ну, только я в войну зашел потом. А.
Жиза. Фал, я тебя могу призвать. Я могу тебя призвать, Фал. Не, а ну, это потом по унижению. Ему нужно унизить его. Да, да, там отдельно. Надо самому нападать. Ну все, Фал, выиграем. Дильгендас, что ты такой ехидный? Я не ехидный. Я играю в свое удовольствие. Ну, я в принципе тоже. Я не знаю, что у меня сегодня игра так странно идет, я прям да, нормально совсем по-другому хотел. Да, знаешь, играет. Знаешь ли, я тоже. Но как-то пошло вот так. Она не съела до сих пор два золота еще. А, и да, это, кстати, тоже. Да там Нитро, это, господи, такая большая, она просто убийца. Там Болгария, убийца. Ну. Может, вот и сильнее может, людей. А сколько на Нитро примерно армии? Кто-то видел? Лол, Крым сражается с тимуридами. Да я думал, около двадцатки. Блин, двадцатка, это ж почти как я. О, я могу напасть на... На Неаполь, в смысле на Милан, теперь могу напасть, прикольно. Так, что же я буду... А если ты великий государство у нас, нет? Никого. Я великий. Нет, тут надо на Рагузу, чтобы ты далеко. Ладно, есть. Пойду за вторым золотом, так уж и быть. Так. Почему я до этого мог напасть, теперь не могу? Это интересно. На кого? Да, только что мог напасть на Милан, теперь не могу. Ладно, странно. У вас вроде перемирия нет. Что там такое? Могло. Интересно. Поговорка на свинке. Башкирия. Buddy joined your channel. А мы как-то закончили, я тоже предлагаю заканчивать. Ну, в палаче заканчиваем. А сейчас сколько? Сейчас 20. Давайте. И здесь мы заканчиваем. Да вы чё? Воин, ты там не хочешь повоевать с Карамелькой? Я не против сходить. Карамелькой? Да, с Карамелькой. А кто же там поближе есть? Ребят, короче, по-моему, Лёва? Потом будет ничего хотел. Там, если что, все суниты, суниты против Византии и Неаполи, хотят что? Всю Европу. Я ж тебе написал, ты так? Ну это, вот это бесит, просто геи собрались. Все суниты, Византии и Неаполь решили сделать гей-союз. Я вот только ну, что в них в комнате был. Ну, классно будет с них воевать. Да, они собираются, да. Я люблю Альянс игра. Не знаю, что с ними. С ними классно воевать. Что они творят? За нас Крым лечит. Скоро кровь вольется море рука. А я до Крыма дошел уже. Как по границе, если захочет Киев. Ты сейчас, если Киев сожрешь, то тебя просто убьют. Да у меня груз со всеми перемирает, со всем миром. Саша! Они через 11 лет тебя убьют. За 11 лет он сразу изъявил. Ну, опять-таки, у него 4-й, сейчас зверь тащит на скиле. О, Нитро Венгрию убил. Нет, серьезно, Кирешки, возьми одну проф. Я же сказал, в половину, через 10 минут. Ууу, классно. Кого не есть, что есть. Поляк, не ешь Киев? Ты помрешь, я тебе серьезно говорю. Он просто не играл с модами, он не знает. Просто выдели из него вассалов каких-нибудь и все. Я так и сделаю. Спокойно. Вау, иди. Вау, Саш, ты прям красивый. No scope. Угу. 360. No scope. Блин, я пройди. Фал. Чё? Нападай. И кондитеров тебя кину. Да шо ты срочно. Хорошо, сейчас нападаю. Унизить Милан. Пошел. Давай быстрее. Нет. На мужике давай. Пятый тех есть? Красава. Вау. Чё, много дали? Чё? Традиции. Нет, не очень. О, Австрия с Нитровой. У Австрии надо много традиций. У меня будет не писец, я походу знаю. А ты напал через завоевание или через что напал? Люди, по-моему, есть деньги. Деньги есть. А если найду? Ну, дай, пожалуйста. Кому? Польша. Польша дать денег? Там где Польша, деньги, ты что? А против кого ты воюешь?
Я тебе, знаешь, что могу тебе сделать? Смотри. Так что? Под процент, короче, вот 2%, смотри. Какие дивиденды? Да ладно, там, короче, будет очень мало. Инфляция больше. Ох, фау, еврей ростовщик. Фасовка. Больше отказалась, ну как хочешь. Это выгоднее, это 2%, 2% займ, он выгоднее, чем тот, который в игре берется. Да, выгоднее тому, кто его кидает. Фау, кинь мне займ, пожалуйста, может, на 2% дашь. Я знаю, ты не собираешься его выплачивать. Я выплачу сейчас. Сколько? Ну, мне сейчас 4 займа на 200 монет, сколько не жалко. Все, больше не никак. Так, ты сейчас возьмешь Милан и он капнет, правильно? Да. Тогда я этого переставлю, этот гарнизончик свой. Только я... Погодь. Не позвучай мир, я сейчас стану во все провинции, чтобы... Да, в Милане останься, куда ты уходишь? Погодь, я сейчас займу все провинции, чтобы сразу сождать все. Саша, что ты будешь забирать? Я же по уважению. Блин. Он ничего не может занять, вот в чем дело. Окей. Так, давай, мирись. Все, стал? Да. У него 240 человек в гарнизоне. Месячно. Мне интересно, сколько людей умерло в войне Генуи? Ну, посмотрим после сессии. Мне интересно, на самом деле, сколько в войне Кастилии умерло. Ну, я... Ой, в смысле, не Генуя, господи, я про это и говорю. В войне Кастилии. Ой, какие идеи бы взять? Ну, если с обоих сторон, да, то полмиллиона. Денис, слушай, топ-тема же, смотри, у тебя же тоже капает теперь. Да, я, кстати, это заметил, эту топовую тему. Так что давай. Все, заебись. И у меня скоро капает, как умер. Гена доставляет ренессанс. Что, правда, что мы с Византией тут решили засосаться? Мы тут все решили засосаться. Да, вот такая жесткая. Это средиземноморские мутки. Ну, я тоже средиземноморский муток. Да блин! Сраные события. Либо 11 тысяч крестьян, либо минус 10 лояльности дворян. Ты простили сейчас крестьяне все захватят. Ой, 11 тысяч крестьян, Салерно. Ничего не могут закончить. Ой, я твою мать, Книс, я у тебя корабли прошу. Спасибо за денежку. А очень забавно, у меня один фрегат после этих морских сражений остался. А я украл там этих корабли. Я вроде тоже крал. Но опять карак решает вообще. У меня просто генерал был звездный, генерал почти. Я сейчас, наверное, перекрещиваться буду. У тебя генерал был бы звездный. Да. Охуенно. Чего Неаполь? Я стоял в провинции, у меня восстало два карта. Восстание. Неаполь, слышишь? Я, короче, с тобой разорвал союз, потому что у меня слишком много дипотношений. Вот. Зато я заставил драться. Они дерутся между собой. Восстание. Кто? Да приезжайте, у нас тут весело. Византия. Да. На Арагузу готов? О, Марокко, обновим. Нет, не готов, ты чё, у меня с огромным силах расширения. Давай, допустим, у тебя коалиции нет, давай. Ну пока, да, пока нет. Дим, приедь, у меня до сих пор четвертый тер, ты тут справишься. Ну, у меня не могу, сори. Чего? Ладно, давай берем. Это всего лишь минус 20 престижа, я приму это восстание. У Рагузы союз со Штирией еще есть. Штирию я не потяну. Как же вы забрали? Не хватит в Хорватии. Лиза, у тебя убит просто север. Кстати, Австрия проиграла войну с Нитрой. Да не. А нет, она воюет еще.
Ну Ника, кстати, сильная, у нее тихий хороший. Не тихий. Ну, всего-то 400 монеточек надо отдать и получу ренессанс. Виза здесь? Да. Ребят, ставьте, короче, со мной хорошие отношения, и тогда через Валенсию будете. Это вы Гену, через Валенсию можете себе распространять. Где? Да, Гену, я сейчас это лучше отношения с тобой. Когда дружная провинция, вы распространяете. Сейчас кинуть прикинь. Кино и братья навек. Нет, после войны я тебе сразу кину. Okay. Ребят, чтобы вы понимали, я сейчас еще собираюсь взять исследовательские идеи и пойти, короче, исследовать новый свет. Так что вы понимаете, у кого появится институт. Я тоже хочу это сделать. Да мы тоже все поедем, чувак. Серьезно? Я тут чувствую, я в Европе долго не задержусь. Такое ощущение. Кто не задержится? Неаполь. В смысле? Да, ну... Неаполь все зашибись, по-моему. В смысле зашибись? После этой войны все вообще плохо. Все плохо. Ну, рано или поздно я к папе выйду с другой стороны. Нас с тобой попилит, он дилем, отвечаю. Да это я знаю. Он уже мощный. Ну как бы он неплохо так скатился в этом, когда воевал с Сербией в прошлый раз. Византию подпирает. Так я тоже неплохо скатился. Да, там вот дикая война была, он чуть не проиграл. Вот у меня была дикая война. Ты понимаешь, у меня там примерно несколько месяцев было 99% в этой войне. В пользу папы. Все походу. Сейчас крестьяне разнесу касту, пожалуйста. Да он касту уже все, по-моему. Да, она банкротство упала. А, вот, минус 8 тысяч. Поехали. Ну, по крайней мере, хоть у кого-то все хуже, чем у меня. Каста не на того напала. О, Арагон. Вот Арагон полная БДА. Нет. Правитель умирает. А. Помогите. У папы 6К. У Фузана топовый правитель. Все что ли, да? Хорошо. Ну, видимо, да. Обидно. Полтора часа просто так потеряли. Ну зато аутизм. Да ладно, клёво же, вы чё? Да ладно, попадай. Всё, мы выходим. Да, скажешь. Ладно. На сегодня хватит веселья. Прям безумно веселья.